Расскажу вот еще про одну интересную вещь. Значит, тут со мной по соседству ребята приобрели станочек лазерный, лазерная резка, фанеры разных таких, то есть не металла. И вот, скажем так, стала проблема, как с этим быть в зимнее время. Дело в том, что при порезке фанеры достаточно много дыма. Вот здесь у этого станка там своя вентиляционная система, то есть там вентилятор, который вот выдувает воздух, этот дым наружу, на улицу. Вентилятор, тот, что стоит штатно, его недостаточно, то есть приходится открывать вот дверь у нас раз и два по диагонали, и, соответственно, вот когда сквозняк, тогда, в общем-то, нормально. Да и то бывает достаточно задымлено в помещении, ну, не часто, но бывает такое. А в зимнее время, ну, естественно, никто же сквозняки такие делать не будет. И, соответственно, стал вопрос, а как же тогда быть? Потому что мы закроемся, ребята поставят сюда более мощный вентилятор, потому что при закрытых дверях никакого дыма здесь быть не должно, это само собой разумеется. Вот. А мощный вентилятор, который будет выдувать из помещения воздух, ну, соответственно, будет очень нехорошо действовать и вполне понятно будет действовать на печку, на тягу в печи, на тягу в трубе. Вот, соответственно, так делать нельзя. То есть нам не нужен дым и от станка, и от печи в помещении. Вот. Отсюда проблема стала, как же сделать. То есть, ну, ходил. Короче, чтобы приток был воздуха отдельный, для того, чтобы в помещении у нас не создавалось разрежение. Но в силу того, что вентилятор достаточно большой, достаточно мощный, и вытяжка вот приличная такая, то приток воздуха будет тоже соответствующий. И получается, что зимой этот воздух очень холодный, ну и как бы я не знаю, как напастись дров на это все дело. Вот для этих целей, значит, ребята решили сделать рекуператор. Так, значит, делаем рекуператор для вытяжной, при приточной вентиляции, правильно? Да. Для приточной вентиляции. Спасибо китайским товарищам. Запах сэкономленных денег. Я говорю Антону, что вот так сейчас наснимаю, а подумают, что это эти урановые стержни, понимаешь? Это на самом деле, мы так говорим, что это рекуператор, а на самом деле это... Да, мы вечный двигатель делаем. Печечка такая, да. Ну, смысл такой. Половинки вот такие. Свет. Вот так. То есть. Ага. Подъем. Да, наверное, без молотка. Провалилось? То есть я так герметизируем все стыки, то есть есть периметр и каждую трубу отдельно, все что было по фэншую.
Не-не, если закрывать крышку, то, конечно, нормально. Ну, она, видишь, как бы... Ну, да. Не, ну, по сравнению с тем, что было, конечно, просто бомба. Это что, он толщина реза? Не, конечно. Вот так мимо проходит. Конечно. Ну вот же он прям завис. Сверху свинцовая блямба – это антивибрационное ноу-хау.